Йоу-йоу-йоу, никому не нужный блог. Никому не нужный блог. Сегодняшний блог будет посвящен лайвстримам. Собрали студийку. О май гад. Вот это бабца. Снято. Короче, тот самый девайс, который приехал вчера, это изюминка нашего стрима. Blackmagic ATEM Mini. Он очень удобный, компактный, заменяет кучу костылей, но есть один нюанс. Тут у нас есть видеомикшер, где можно делать всякую фигню, переключать камеры, кейдж, делать переходы. Здесь у нас есть медиа-браузер, где можно загружать всякие разные плашки и отбивки. Здесь у нас есть покамерная цветокоррекция и балансировка картинки для того, чтобы смачить все, что нужно. Здесь у нас есть аудиомикшер с эффектами, где все очень круто и здорово, но... Получается, что вот в этой базовой версии невозможно сделать никакой аудиомониторинг. Это просто какой-то хардкорный трэш. Единственный способ промониторить аудио с трансляции — это с HDMI-аута забрать аудиосигнал. Но для этого нужно где-то купить еще один девайс. Господи, зачем? Почему они не смогли сделать прямой аудиовыход, блин, прямо из этой коробки? Это была бы идеальная штуковина. Ладно, во всем остальном это просто прикольный девайс. А сейчас мы будем делать тест. Она микшируется. Видишь, вот эти все провода входят в микшер. Ну, я понимаю, как это. А, ну типа там мы сейчас... Тут. Не, мы сейчас микшировать будем тестить. Да, будем все тестить, но сперва нам звук надо. Во вторник будет плейтест. Плейтест! Проверим стабильность наших серверов. Можно будет поиграть друг с другом. А название игры... Singular Space. Мы ссылочки перед плейтестом пошарим. Короче, если у тебя Android и ты любишь мобильные игры, то, пожалуйста, переходи по ссылке внизу.